Привет! Как вы уже догадались, сегодня речь пойдет об автомобилях. В частности, о моем автомобиле, о Cherry Amulet. Значит, долго и нудно я хотел, чтобы моя машина с места рвала и дрифтовала. Она этого сделать, увы, не могла. Когда я резко ей давал газу, она гудела, но не ехала с места. То есть, не могла этого сделать. Куда бы я ни обращался, все говорили, что автомобиль типа китайский, что ты от него хочешь, он не будет этого делать. Оказалось, будет. И он таки может это теперь делать. Проблем было несколько. Объясню, в чем были именно проблемы. Итак, поехали. Первая и очень важная проблема крылась в заднем колесе, а именно в тормозном барабане. Там находятся колодки, которые уже стерлись. И от того, что они были уже тонкие, когда я нажимал на тормоза, они расходились и не сходились обратно. Из-за этого задние колеса у меня были почти заблокированы. Как она может ехать нормально и быть нормальный расход, если у нее почти сжатые задние колеса? Вторая проблема. Передние колеса. Направляющие суппортов. Значит, нужно следить за направляющими суппортов. Если они подклинивают, а именно в момент торможения колодки на дисковом тормозе сходятся, а впоследствии не расходятся из-за того, что подклинивают сами направляющие, то будет перерасход, не будет она дрифтовать, машина, и не будет идти на обгон. Нужно за ними следить. Значит, разбираешь суппорт, вытаскиваешь направляющие и смазываешь самым обычным литолом. Самым обычным, ничего сверхъестественного. И третья проблема, которая здесь была, это было подшипник ступицы. Значит, он сначала гудел, а впоследствии начал подклинивать. И колесо уже в каком-то моменте ловило клина переднее. То есть уже не было той скорости, которая нужна. И, конечно же, расход был больше, чем нужно. Ну и четвертая проблема, которая выяснилась уже при снятии коробки, это оказался диск сцепления. Диск сцепления был ужасно тонким, и сами, которые находятся там, пружины уже почти вылетали. То есть ему уже пришел конец. Это вскрылось только на том моменте, когда сняли, отодвинули коробку. Теперь же моя машина может дрифтовать, может идти на обгон, может ехать с нормальной скоростью и нормальным расходом. Так что запомните, любая машина, какая бы она ни была, если у нее нормальная компрессия и полностью все это, что я перечислил, сделанное, она будет рвать на дыбы и будет свистеть передними колесами, если у нее передний привод. Это немаловажно. Далее мы вам покажем видео, как она именно дрифтит. Вот. А в следующем видео я вам расскажу, что можно сделать с машиной на Евро 2 газу, чтобы она ехала еще быстрее, и в чем кроется секрет того, что она не выдает 100% КПД. А она таки не выдает. Ни одна машина с Евро 2 не выдает 100% своей мощности. Я вам в следующем видео расскажу, что сделать для этого нужно, что убрать, и она должна тогда выдавать уже 100% КПД. До новых встреч!